Чайку решил попить, ребят. Шоколадочка, очень вкусно. Рекомендую на рыбалочке чаек с шоколадкой. Что-то не клюет пока, ребят. Может, прикормка моя не нравится. Забрасываю в одну точку, чтобы кормовое пятно было. Но что-то пока... Ну, у меня, конечно, не Фадеев, не Дунаев прикормка. А самая дешевенькая. Земелькой разбавленная. Я предполагаю, конечно, почему не клюет. Почему не клюет, ребят? Холодно? Да нет. Солнышко пригревает. Конец апреля. Не клюет, потому что рыба... Рыба ушла на икромет, на нерест. Поэтому и не клюет. Она сейчас на мели, где мелко. Не рестится. Здесь не мелко. Поэтому ее нет. И все. Знаю я, конечно, одно место, где она не рестится. Но туда надо идти пешком далеко. Собирал я тут мусор. Были бутылки, пакеты, пенопласт. Целый пакет набрал.
Чем мусор остался? Если рыбы не поймаю, то использую этот пакет, который под рыбу у меня. Вот одну сорожку поймал. Но одну я брать не буду домой. Не отпущу. Посмотрим, время еще есть. Сейчас будем экспериментировать. Может, и лещара вот такой клюнет. Не исключено. Надежда умирает последней. Ребят, поклевки есть. Поклевки хорошие, прям такие, как будто хороший лещ клюет. Но подсекаешь — нифига. Червяка с опарышем нет. Насаживаю червяк и на конце опарыш. Вот. Одну сорожку поймал, и все, остальные холостые. Ну, блин, такие поклевки прям злые. Ветер такой порывистый. Вот ветра нет, нормально. Ветер раз подул, все прям. Ветер холодный, северо-западный. На удочку не получилось, потому что все-таки течение присутствует. Здесь вот воронка такая, то есть оттуда течение идет, и вот оно по кругу крутит, в общем, несет. Зацепил, опять оборвал все. В общем, на удочку не буду здесь ловить, на фидер чисто. А то и на удочку надо держать, следить за ней, потому что на месте она не стоит, нужно постоянно держать ее в руках. И фидер, за фидером следить надо. Так что буду на фидер ловить. Все, ребят, смотрим. Все печально, ребят. Сижу уже полтора часа. Поклевок как не было, так и нет. В общем, хочу уже перейти на другое место. Надоело мне здесь сидеть. Там еще попробую. Если нет, то поеду домой.